На конкурс «Дети читают стихи» Денисова Василиса, 14 лет. Под серой скамейкой собака лежит, от холода эта собака дрожит. Мечтает собака о теплой квартире, хотя бы чулане, о ломтике сыра. А мимо куда-то люди спешат, не холодно им, и они не дрожат. И видит собака пакеты, корзинки, авоськи с продуктами, чьи-то ботинки. Собака грустит и мечтает о ласке, когда мимо едут колеса коляски. О мясе мечтает и снова о сыре, когда видит в сумке бутылку кефира. Прохожие, ну хоть чуть-чуть подождите, в кино и за хлебом вы так не спешите. Под серую лавку скорее загляните, мохнатое чудо скорее обнимите. Квартиру к себе вы его пригласите, колбаской и сыром его накормите. И снова к себе его крепко прижмите. И чудо в глаза к вам сейчас заглянет, и тявкнет тихонько, и в щеку лизнет.